Всем добрый день. Начал я откачку. Значит, вот второй кубики сливаю. Значит, все тут просто. В щель между бортом ставите и сливаете. Вот нектар выдержанный, вязкий, густой. Вот можно сами посмотреть. Практически не хочет цедиться через сито. Вот, что значит получилось у нас на взятку. Вот видите, я прошел тут. Седьмой ящик, два из них я не брал, тут, значит, были отводки. Ну, брать нечего, там по 4 рамки и матки. Эх, видно, вот они не летают. Вот 4 ящика я разобрал. Значит, выход получился, вот 5 я прошел. 40 килограмм набрал. Вот я солю 2 кубика сейчас с медогонки. Ну, весовой показал 22 кило. Ну, это хорошая семья. Вот, а так как было сделано мной, почитай, 100 отводков, весь распод тогда разграбил. Поэтому чудес в жизни не бывает. Ну, я рад и этому. Вот, что нектар все-таки удалось получить. Вот. Ну, я снимаю в двух вариантах на камеру с 4К разрешением. Там будет более полная версия, что обнаружено. Вот. Ну, это так, будет отгружено сегодня-завтра, как сеть будет, возможность. Вот. Так что смотрите все в Ютубе. Вот. Там будет всего и много, полностью, весь день снят. Все удачи, до новых встреч.